Иногда нам приходится становиться участником или свидетелем событий, которыми хочется поделиться с другими. Теперь это стало возможным благодаря рубрике «Мобильный репортер» на сайте www.tvk.tv. Сюда можно отправлять фото и видеоматериалы, новости из жизни нашего города, а также делиться информацией о происшествиях и проблемах его жителей. Именно через рубрику «Мобильный репортер» многие горожане становятся героями новостных сюжетов. Мы рассказываем о наболевших проблемах, общественных инициативах и других значимых событиях. В качестве приятного бонуса за интересные новости медиахолдинг ТВК перечисляет авторам деньги на счет мобильного телефона. Стоимость новости – 100 рублей. Принимаются новости, сопровождающиеся фото и видеозаписью. Оплачиваются только те из них, что прошли предварительную модерацию перед публикацией на сайт. Разместить материал очень просто. Заполните форму и укажите номер своего телефона. Оплата производится путем пополнения счета мобильного телефона, указанного при регистрации. Заходите на сайт tvk.tv. Заполняйте заявку, делитесь своими новостями, фото и видеоматериалами со всем городом. И получайте за это гонорар. Мы ждем ваши новости, чтобы о них узнал весь город.